Здравствуйте, уважаемые зрители канала Вайкар. Итак, это Кайрон, он же Актеон Спорт, да, то есть у нас приехал Актеон Спорт, поэтому вот такая машина. Что поставили? Поставили 3 плюс 32 на самом лучшем процессоре 7862SS, потому что более быстрый. Вот так это все получилось, да. Рамочка у нас своеобразная, да, она ставит не на то место, потому что там было что, а была очень маленькая магнитола, 7 дюймов, она стояла изначально на автомобиле. Вот как вытащилась, чтобы вам показать. Вот такая здоровая бандура, но раньше были такие, 10 лет простояла и все, поработала, пришло ее время. Вот это было. Что же поставили? Поставили вот такую красоту, да, то есть это, конечно же, самый быстрый процессор. Это, конечно, все, что вам надо здесь есть, а именно навигация, да? Человек будет ездить далеко. Невский 25, как видим, вот. Пожалуйста, Алиса моментально все нашла, моментально поехали, показывали, поехали, вот нажали поехали, все очень хорошо и быстро работает, естественно, голосовые подсказки, все есть, оно накладывается на радио и с ним работает. Да, можно Алису сделать так, можно, пожалуйста, на большой экран, что будет, конечно же, удобно. Убираем этот маршрут, берем следующий маршрут. Большой проспект, 22. Как видим, точно так же все быстро. А все дело в том, что здесь стоит, еще раз напоминаю, процессор 7862S. Это очень быстрый и хороший процессор, который используется в магнитолах. Я бы сказал, что это лучший процессор из того, что есть сейчас. Вот как видим, как она работает. Давайте при вас сейчас включим YouTube. Да? Что, наверное, будет удобно, машина для активного отдыха, то есть рыбалка, охота и так далее. Конечно, иногда, когда не клюет особенно, можно посмотреть YouTube. Да? Вот давайте сейчас включим. Так, что-то он хочет, а хочет ее обновить. Ну ладно, я думаю, что это хотели сделать сам. А мы YouTube включим через что? Через Chrome. Так, продолжаем. Ставим сюда Яндекс, окей. Не надо нам ничего синхронизировать. Вот он включился. Так, 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 так. Наберем видео. 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 4К. 4К. Так, вот уже видео 4К. Не будем искать наших попугайчиков, просто включим какое-то видео. А вот он, вот они, наши попугайчики сразу нашлись. Включаем. Напоминаю, это мы делаем не через YouTube, а через обычный браузер. Как видим, вот, пожалуйста, эффект точно такой же, да, то есть великолепная картинка. Сейчас мы с вами сделаем разрешение другое, 1080, да, меняем, и вот вуаля, пожалуйста, вот они, наши красавцы. Великолепная цветопередача, очень хорошая детализация. То есть вот такую картинку вы можете смотреть, когда у вас не клюет, как я вам сказал, да, что есть машина, еще раз напоминаю, для активного отдыха, это Актеон Спорт, да? И вот это вот так можно будет все смотреть и наслаждаться. Так, давайте посмотрим, что еще тут есть. Конечно, есть Play Market, конечно, есть CarPlay, да, то есть для связи с айфоном, владельцы айфона будут довольны. Ну и плюс то, что мы поставили. Можно поставить не только это, но и какую-то, допустим, использовать, не знаю, что вам тут еще показать. Вот, пожалуйста, телефон, это система для громкой связи. Соединяйте телефон, вставляете, синхронизируйте с вашей записной книжкой, все прекрасно функционирует. Да? И, конечно же, еще радио. Радио у нас, напоминаю, секундками от станции. Сейчас мы при вас настроим на наш любимый город Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, подтвердите. Вуаля, вот они все, пожалуйста, сетка вещания уже добавилась. Добавляем громкость, и вот так. Дорожное радио, любое другое, все работает прекрасно. Причем работаем отсюда, потому что, к сожалению, машина не имеет кнопок на руле, но не беда, все управляется с этого великолепного тачскрин экрана. Вот такую магнитолу мы установили на автомобиле Актеон Спорт. Да? У нас налично, наверное, более 2000 различных моделей магнитол. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и, конечно же, приезжайте, устанавливайте магнитолу в свои автомобили. Спасибо за внимание, уважаемые зрители, и до свидания.